О, нет, нет, милый, ты испачкался, нужно помыться. Нет, 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 я мыться не хочу. Нет, 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 я вовсе не шучу. Мама, мама, нет, я мыться не хочу. Сможешь ты поиграть, но сначала мы смоем грязь. Теплая, приятная вода, хорошо в ней всегда. Нет, 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 я мыться не хочу. Нет, 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 я вовсе не шучу. Мама, мама, нет, я мыться не хочу. Ага. Капитан, лодочку тебе отдам. Теплая, приятная вода, хорошо в ней всегда. Так нельзя, смоем мы всю грязь с тебя. Пузырьки будут, мне поверь, будет так веселей. О, отмой, буду я здесь с тобой. Да пора поиграть, можем мы начинать. О, мама, смотри, смотри. Куда? Нет, 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 я мыться не хочу. Нет, 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 я вовсе не шучу. Хорошо, милый, давай. Пора мыться. Да-да-да, очень мыться я хочу. Да-да-да, и я вовсе не шучу. Мама, мама, очень мыться я хочу. О! На посадку. Да! Поезд, поезд, да! Да! Скоро поезд вдаль помчит. На посадку чух-чух-чух. Гудок ты не забудь, пора нам в путь. В поезде едем мы, он гудит ту-ту-ту. Посмотри в окно. Ух ты! Ага! Дерево, цветочек! Посмотри, кто нас везет, кто это? Машинист! Смотри, огоньки, как горят они. Едем мы в поезде, едем мы. Чух-чух-чух, кнопка посмотри. Ого! Вперед, поезд! Поезде, как здорово!
за окном. Едем мы на своих местах. К нам пришел кондуктор. Здравствуй, малыш Саша. Билеты покажите ваши. Да. Пожалуйста. Это для тебя, малыш. Свисток, свисток. Мы пойдем в вагон-ресторан. Много еды для нас будет там. Еды так много здесь. Хотите есть? Едем мы всей семьей. Едем мы. Чух-чух-чух. Нам свисток свистит. Поезд вдаль спешит. Вкусно, вкусно. Посмотрите, ребята. Ачи! В поезде кровати есть. И поспать ты можешь здесь. Веселись пока, подушки как облака. В поезде всей семьей едем мы. Ту-ту-ту. Подарки посмотри. Ух ты! Игрушки, игрушки! Спасибо! Здорово! Огни поезда! Все первый класс! Много там! Да. Нового тут для нас! Слышишь ты свисток? Ого! Как едет поезд, ты посмотри! Ух ты! Поезд мчится! Чух-чух-чух! Свисток свистит, поезд вдаль спешит. О, все хорошо, дети. Мы в туннеле. Да, диско-вечеринка. О-о, да. Оу. Вот ты где. Тебе помочь? Я могу все сделать сам. Ты лишь поверь моим словам. Вот мой ответ, о нет, нет, нет. Все могу я сделать сам. Я помогу тебе, сынок, чтоб ты еще больше сделать смог. Мы вместе, ты и я. Я помогу. Все могу я сделать сам. Ты лишь поверь моим словам. Вот мой ответ, о нет, нет, нет. Все могу я сделать сам. Я лишь помочь тебе хочу. Братик, тебя я научу. Мы вместе, ты и я. Подожди, ты неправильно делаешь. Нет, я сам. Может, сделаем это вместе? А я немного помогу. Я помогу тебе, сынок, чтоб ты еще больше сделать смог.
Позволь мне немного помочь тебе, милый. Видишь? О, здорово! Тебе нравятся твои печенья? И помни, с небольшой помощью все становится легче. Кто хочет построить замок из песка? Я! Хорошо, ребята, мы уже готовы строить. Мы наденем шляпку эту, нужно крем не забыть. И песок горячий шлёп мы наденем, чтоб уютней нам тут быть. Итак, строители, выбирайте инструменты. Здесь есть ведерки, лопатки и формочки разных цветов и размеров. Фиолетовая рыбка! Оранжевый краб! Малыш Саша, а у тебя зеленый осьминог. И ведерки, и лопатки, все возьмем мы с тобой. И построим замок, и построим замок вот такой. Он большой. Строители, надо выбрать правильное место для нашего замка. Надо построить его не слишком далеко от воды. Нам нужна вода, но также мы должны быть достаточно далеко от волн, чтобы замок был в безопасности. Это идеальное место для замка из песка, малыш Саша. Отлично! Да! Ведра наши мы набрали и песка, и воды. Просто постучите и переверните, и башни теперь тверды. Видите? Без использования воды у вас будет всего лишь горка песка. Хотите попробовать снова? Да! Строим замок, строим замок. Вместе мы. И большие стены нам нужны. Замок выглядит здорово. Теперь мы сделаем еще больше башен и завершим строительство замка. Строим замок, вместе мы, и большие стены нам нужны, мы на пляже, веселись, и на память вместе сделаем мы фото, улыбнись. Сказала сыр, я голоден после строительства замка. Ух ты! Ух ты! Посмотрите сюда, дети! Ух ты! Да! Да! О, какие милые утята! Давайте повеселимся! Тот тут в воде плескается, пять утят играть хотят. Но исчез куда-то один малыш, их четыре осталось лишь. Один утенок пропал. Мы здесь. Мы это сделали, малыш Саша. Тот тут в воде плескается, четверо утят играть хотят. Где еще два малыша, смотри, ведь осталось их только три. Два моих утенка пропали. Тут в воде плескается, пять утят играть хотят. Но сейчас вдруг исчезло три.
два смотри. О, три моих утенка пропали. О, это так весело. Да. Кря-кря. Кря-кря. Да. Кто тут в воде плескается? Пять утят играть хотят. Только вдруг четверо исчезли, остался малыш один. О нет, четыре моих утенка пропали. Мы утки-пираты. Кря-кря. Давайте поплывем туда. Кто тут в воде плескается? Пять утят играть хотят. Но сейчас вдруг исчезли все, и нет их больше в воде. О, пятеро моих утят пропали. Как они все исчезли? Милая, мы здесь. Кря-кря. Вау! Время кататься! Кто тут на горке катается? Пять утят играть хотят. Кря-кря-кря, говорят они, на их шляпки сейчас посмотри. Кто хочет молочный коктейль, утята? Я! Кря-кря! И я! Мы веселились целый день, пять утят вновь играть хотят. Пьем коктейли, кря-кря-кря, дружная мы семья. Вкусно, вкусно! Кря-кря! Милый, пора спать. Нет, я не хочу спать. Не хочу ложиться спать. Я хочу играть. Веселиться я хочу. И прыгать, и скакать. Обезьянка ночью спит, чтоб резвый сильной стать. Обезьянка ночью спит, чтоб снова весь день играть. Вот теперь хочу я спать, чтоб днем потом играть. Буду спать, чтоб озорным, как обезьянка стать. Чудесные сны.
неприятности случиться могут каждый день. Приключиться может все в любой день. Как скользко на мокром полу, я тут стоять не могу. Нам неприятности не страшны, всегда с тобой рядом мы. Если ты поскользнешься и упадешь, что надо делать? Позвать маму или папу. Что же надо делать, чтобы неприятность не произошла? Вытереть пол. Неприятности случиться могут каждый день. Стоит лишь начать нам играть. Вдруг со стула я упал и мишку не достал. Нам неприятности не страшны, всегда с тобой рядом мы. Если ты упал, что надо делать? Позвать маму или папу. Что же надо делать, чтобы неприятность не произошла? Позвать на помощь! Ага! Неприятности случиться могут каждый день. Стоит лишь начать нам играть. Споткнулся я об игрушку, набил себе большую шишку. Случилась неприятность, но постой, ты не плачь, мы с тобой. Если ты споткнулся, что надо делать? Позвать маму или папу. Что же надо делать, чтобы неприятность не произошла? Убрать с пола игрушки. Неприятности случиться могут каждый день. Даже стоит лишь начать нам играть. Порезала палец я, быть с ножом неосторожной нельзя. От неприятности не грусти, сейчас позовем папу мы. А, если мы порезались, что надо делать? Позвать маму или папу. Что же надо делать, чтобы неприятность не произошла? Не трогать ничего острого. Неприятности случиться могут в час любой. Мама с папой всех спасут, они с тобой. Все будет хорошо! Осторожен около дверей, ты можешь ушибиться. Милый мой, не грусти, сможем мы тебя спасти. Поспешит на помощь дружная семья, скоро боль пройдет твоя. Не стой за дверью, потому что тебя за ней не видно. Нет, нет! Не заметил я, мама.
ушибся. Но не волнуйся, мы тебе поможем. Милый мой, не грусти, сможем мы тебя спасти. Поспешит на помощь дружная семья, скоро боль пройдет твоя. Малыш Саша, надо смотреть, куда ты идешь, иначе можно удариться. Нет, нет! Я хочу сделать так, чтобы лодка поплыла горячо. Ой, ручку обжечь я не хочу, и на помощь позову. Малыш Саша, будь осторожнее с горячей водой. Милый мой, не грусти, сможем мы тебя спасти. Поспешит на помощь дружная семья, скоро боль пройдет твоя. Это кран холодной воды, а этот кран очень горячей воды, которая может обжечь. Нет, нет! Мультики люблю смотреть, надо их включить, суметь. Удержать не смог я равновесие, очень-очень больно мне. Малыш, будь осторожней, когда играешь. Милый мой, не грусти, сможем мы тебя спасти. Поспешит на помощь дружная семья, скоро боль пройдет твоя. Малыш, не залезай на подлокотники дивана, не прыгай на них, ведь ты можешь упасть. Нет, нет! Надо мне убегать, ведь боюсь я опоздать. Но я поскользнулся, все болит теперь, очень плохо мне, поверь. Ох! Не волнуйся, папа, мы тебе поможем. Папа, все будет хорошо. Милый мой, не грусти, сможем мы тебя спасти. Поспешит на помощь дружная семья, скоро боль пройдет твоя. Не бегай по скользкому полу, ты можешь упасть. Нет, нет! Осторожным будь всегда, не придет тогда беда. Если ты ударишься, то спасет тебя наша дружная семья. Ура! Добро пожаловать в аквапарк! Не забудьте про крем от солнца и про надувные нарукавники. Здесь вы можете играть на солнце и веселиться в воде. Держи еду, малыш. В аквапарке надо кушать и отдыхать тоже. Четыре малыша в воде хотят играть, и им так чудесно вместе всем отдыхать. Но из-за жажды один ушел, осталось лишь три довольных малыша. Да! Пить очень важно, Соня, особенно когда ты играешь на солнце. Три малыша в воде хотят играть, и им так чудесно вместе всем отдыхать. Один замерз и решил уйти, остались лишь два довольных малыша. Отлично! Если ты замерзла и решила погреться на солнце, не забудь про солнцезащитный крем. Да! Два малыша
малыша в воде хотят играть. И им так чудесно вместе всем отдыхать. Один устал и решил уйти. Остался один в бассейне наш малыш. Мороженое такое вкусное! Привет, друзья! Вы знаете, кем работает папа Артема? Он ученый! Дети, да, ученые, ученые, ученые! Дети, да, ученые, и вот что я делаю! Делаю я опыты, опыты, опыты. В колбах и в пробирочках все всегда бурлит. Давайте посмотрим, кем работает папа Ани. Он космонавт. Дети, да, я космонавт, я космонавт, я космонавт. Дети, да, я космонавт, вот что я делаю. В космос на ракете вновь я полечу на ракете на Луну скоро полечу. Давайте посмотрим, кем работает мама Жени. Она ветеринар. Дети, я ветеринар, ветеринар, ветеринар. Дети, я ветеринар, и вот что я делаю. Я лечу животных всех, животных всех, животных всех. Кошек и собачек, поверьте, я спасу. Да! Давайте посмотрим, кем работает папа Веры. Он строитель. Дети, я строитель, строитель, строитель. Дети, я строитель, и вот что я делаю. Постучу я молотком, молотком, молотком. И могу построить я все, что захочу. Посмотрим, кем работает мама Сони. Она доктор. Дети, да, я доктор, я доктор, я доктор. Дети, да, я доктор, и вот что я делаю. Я слышу сердце, как стучит, тук-тук-тук. Все будете здоровыми, доктор, это ваш друг. Посмотрим, кем работает папа Маши. Он пожарный. Дети, да, пожарные, пожарные, пожарные. Дети, да, пожарные, и вот что я делаю. Огонь водой я потушу, потушу, потушу. Огонь водой я потушу, вот что я делаю. Посмотрим, кем работает мама Бори. Она дантист. Да, зубной я, дети, зубной, зубной, зубной я, доктор, дети, зубки я лечу. Открой свой ротик поскорей, 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 проверю твои зубки я, и будешь ты здоров. Посмотрим, кем работает папа Саши. Он музыкант. Дети, да, я музыкант, музыкант, музыкант. Дети, да, я музыкант, и вот что я делаю. Петь могу я и играть, и играть, и играть. Петь могу я и играть, вот что я делаю. Нет проблем. Привет! Сегодня у нас будет замечательный день. Давайте веселиться и праздновать. У меня для вас есть праздничные шляпки с единорогами. Помогите мне их посчитать. Готовы? Одна и две и три шляпки тут. Четыре, пять и шесть.
шляпок тут. Семи, восемь и девять шляпок тут. Праздничный десять шляпок. Подходите ближе, ребята. Сегодня нам будет весело. Я принес кое-что интересное для каждого. У меня есть 10 шариков для вас. Давайте, ребята, помогите мне. Время посчитать их. Готовы? 1, 2, 3 шарика. 4, 5, 6 шариков. 7, 8, 9 шариков. 10 праздничных шариков. Эй, кто хочет кексы? Давайте же их скорее съедим. У меня есть 10 вкусных кексов. Давайте, ребята, помогите мне. Время посчитать их. 1, 2, 3 кексика. 4, 5, 6 кексиков. Тут 7, 8, 9 кексиков. Тут праздничных 10 кексиков. У меня для вас есть кое-что особенное. Сегодня мы будем играть и веселиться со своими друзьями. У меня есть 10 яиц с сюрпризом. Давайте, ребята, помогите мне. Время сосчитать их. Готовы? 1, 2, 3 сюрприза. 4, 5, 6 сюрпризов. 7, 8, 9 сюрпризов. Праздничных 10 сюрпризов. Эй, ребята, нам сегодня так весело, потому что у нас замечательный праздник. А еще мы научились считать. Сейчас мы сделаем 10 забавных фотографий. Давайте, ребята, посчитаем их. 1, 2, 3 фотографии. 4, 5 и 6 фотографий. 7, 8 и 9 фотографий. Праздничные 10 фотографий. Чудесно сделано! С днем рождения, Маша! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 прекрасных подарков! Чтобы быть всегда счастливым, кушай ты. Чтобы быть всегда счастливым, кушай ты. Веселись и не смущайся, просто маме улыбайся. Чтобы быть всегда счастливым, кушай ты. Малыш Саша, можешь сказать «кушать»? Ням-ням. Можешь сказать «еще»? Милый, скажи «мама». О! Чтобы быть всегда счастливым, поиграй. Чтобы быть всегда счастливым, поиграй. Ты, щенок, скажи скорее, сразу станет веселее. Чтобы быть всегда счастливым, поиграй. Малыш Саша, можешь сказать слово «мама»? Мама! А, Чтобы быть всегда счастливым, поиграй. Чтобы быть всегда счастливым, поиграй. Слово «мяч» скажи скорее, сразу станет веселее. Чтобы быть всегда счастливым, поиграй.
Ладно, милый, повторяй за мной. Скажи: мама. Чтобы быть всегда счастливым, поиграй. Би-би. Чтобы быть всегда счастливым, поиграй. Би-би. Слово ты скажи, машина, веселиться есть причина. Чтобы быть всегда счастливым, поиграй. Малыш Саша, можешь сказать слово «мама»? Я дома. Папа! Мусор! Фу! Супергерой Малыш Саша, ты готов помочь с уборкой? Давай разберемся. Вижу бутылку, эту бутылку я возьму. Я возьму бутылки из пластика, вот куда сразу я положу. Бутылки из пластика мы собираем, туда кладем, туда кладем. На переработку их отправляем, природу спасем. Мы супергерои, мы супергерои, мы чистим парк, мы чистим парк. На переработку мы отправляем этот мусор вот так. Больше! Больше пластика! Нет, малыш Саша, не только пластик. Мы также можем собрать коробки. Коробку от сока я возьму. Я возьму картонные коробки, вот куда сразу положу. Картонные коробки мы собираем, туда кладем, туда кладем. На переработку мы их отправляем, природу спасем. Мы супергерои, мы супергерои, мы чистим парк, мы чистим парк. На переработку мы отправляем весь мусор вот так. Мы можем помочь? Конечно, можете! Эту бумагу я возьму, я возьму. Эту бумагу на переработку я положу. Всю ту бумажку мы собираем, туда кладем, туда кладем. На переработку мы их отправляем, природу спасем. Да! Супергерои, мы супергерои, мы чистим парк, мы чистим парк. На переработку мы отправляем весь мусор вот так. И наконец. О, чем нас больше, тем лучше. Банку из металла я возьму, я возьму. Банку из металла, вот куда сразу я положу. Да, банки из металла мы собираем, туда кладем, туда кладем. На переработку мы их отправляем, природу спасем. Мы супергерои, мы супергерои, мы чистим парк, мы чистим парк. На переработку мы отправляем весь мусор вот так. Ух ты! Этот парк всегда был таким чистым. Интересно, кто же убрал мусор? О! Это мы! Вот это да!